Всем привет еще раз. Там мне вот в комментариях написали, что, ну, я там грибы показываю, что это не подкарагачник, а рядовка майская, что ли, или что-то такое. Ну да, есть такой гриб на самом деле. Вот они сейчас полежали в воде, я как раз хочу показать различия. Рядовка майская и подкарагачник. Подкарагачник есть, вот он плавает весь, вот он, вот парк. Вот он весь темного цвета. Видите? У него ножка тоненькая. Видите? Пластинки другие. Его видно. Тонкая ножка. А вот она рядовка. Майская. Вот он. Он светлый гриб. У него ножка толстая. Вот он тоже. Вот такой вот он. Вот это вот рядовка майская. А это вот подкарагачники. Или энтолома садовая. Вот оно. Вот такой вот грибок. Вот они два рядом. Энтолома и рядовка. Так что они вместе выходят и растут вместе. Практически на одном же месте. Так, где-то они у меня два вида одного семейства. Вот они, сейчас маленькие покажу поближе. Вот они, видите? Вот он. Это подкарагачник, рядовка. Подкарагачник, рядовка. Вот они, видите? Вот у нее ножка толстая, вот такая. А у этого тонкая. Вот еще. Вот он. Ножка толстая. Такой он несуразный какой-то попался. А этот. И они отличаются по цвету. Видите? Вот он подкарагачник и рядовка. Растут вместе. Так вот. Ну, они оба, и тот гриб, такие сопливые, скользкие. На маринад очень хорошо идут, кстати. В мариновке они вообще, не знаю, мне больше всего нравятся изо всех грибов. Очень вкусные получаются. Вот они. Три штуки вместе склеились. То есть очень-очень похоже.